положили все его вещи в чехол, убрала, они все равно помялись. А если дети придут, они, наверное, зайдут, что ли, чай попить, не понимаю. Я говорю, слушай, говорю, если вдруг ему это будет, велико не подойдет, конечно, ты свозишь в магазин хоть его, ну как-то, в чем он, ему ни в чем. Ну так-то такой плотный, но там он похудел сильно. Что она с какими-то стразами. Очень классно. И они будут прям вот это под грудь. Ну, вообще мы придумали, что она будет, какая-то часть будет блестеть и какая-то. Классно. Нет? Да, и ты видишь, она по-другому. Ну, в разные стороны. Да, по свету. Очень классно. Так, ну давайте мы на улицу выдвинемся. Я ездила тоже в Алматы с друзьями, и там у некоторых моих сверстников была реакция на то, что я дочка Юрия Пак. Правда? Ты что? Юрий Пак, серьезно? Я такая, ну такое ощущение, что как будто нас в реальности не существует. А Варя по-русски? Поедет со мной. Так, а ты поедешь с кем с Олесей? Мы едем с Катей. А вы все так все будет, да. Наша цель, чтобы человека оправдали. Признание, непризнание вины не является процессуальным основанием для отказа. Был задан, я предполагал, что будет задан непроцессуальный вопрос, на который Юрий может дать непроцессуальный ответ. Но от этого непроцессуального ответа зависело принятие процессуального решения. Ну, вы поняли? Да, я вас поняла. Потому что мой подзащитный, когда я высказал это предположение, он категорически сказал нет. Угу. Состоялся 20-минутный очень тяжелый разговор по этому поводу. У него личное. Его личное мнение, что он не виновен, он не будет признавать. Но это из разряда вопросов бытового характера. Как дела? Как здоровье? Вину признаешь, не признаешь, да? Мы, соответственно, отвечаем. Дела нормально, здоровье хорошее, несмотря на то, что у меня плохое здоровье и дела плохие, да? Вину я признаю, да? Несмотря на то, что я не признаю. Потому что это и не является процессуальным основанием. Бабочки – это символ свободы. Вообще для семьи и для друзей это праздник. Очень, конечно. Ждали его. Такой человек, как Юрий Дмитриевич, он должен быть на свободе. Папа дома! А энтузиазм? Смотрите, сейчас мы вас научим. Да он не оттуда выйдет, он оттуда выйдет. Из серой? Да. Почему? Потому что там выход. Вот выход. Потом, давай потом. Ой, я давай потом, могу. Потом. Чего красавец. Ну все, 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 я вижу, все вышел. Все, все, все. Все, все, все. Все, 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 все. Все. Ну, все. Всем здравствуйте. Авторы и посетители Москвы. Здорово. Да ладно, это не потерять. Еще штаб надо. Всем здравствуйте, Евгений Николаевич. Надо магазин где-то какая-то будет. Не знаю. Ну, пока я думаю, что достаточно того, что вышло. Вышло. И комментарии потом, я думаю. Кондрач, ты со мной. Так,
Скажите, чем сейчас будет заниматься Юрий? Да, чем будете заниматься? Сейчас пойду домой, душ приму. Очень вспотел, в зимних штанах стою, жду, когда же отпустят. Вот. Съем что-нибудь своего любимого, вкусного. Что у вас любимое? Ну, только национальная кухня. Конечно же. А потом, например. А потом у меня сегодня событие, которое я ждал уже 11 лет. Самое главное. То, ради чего, может быть, даже и послужило для меня вот принимать определенные решения на суде. Но слишком я долго этого ждал, 11 лет. Выпускной дочери. Я сегодня туда. Обязательно. Спасибо, пока. Я единственный. Нет, там Facebook весь ждет. Сейчас подожди. Алло, папа, это Юра. Здравствуйте. Спасибо. Мы едем на трассе Караганда, Абай. Домой уже. Все, вы отпустили без истории. В штабе уже были, вы даже знаете, что я в штабе был. Ага, ну все, и штаб. Интернет. Зачем звонишь? А, вы отслеживаете по интернету, по-моему. Ну я не сомневался. Ну все, все, выпустили, все успешно, едем. Блин, нет, и что? Вот такое ощущение, вообще все висит. Особенно поначалу все висит, стоит на месте, знаешь. Стоит на месте и... Знаешь, я научился очень, очень сильно беззвучно орать. Закрываешь? Крик души, да? Да, нет, ты открываешь рот и орешь, но только голосовые связки не напрягаются на звук. А ты делаешь вот так, и ты орешь в пол, в тишину. Понимаю, пацаны, и так не только у меня, у многих. Угу. Там статистика суицид, знаешь, какая. Один из показателей давно сидевших людей, они все изрезаны. И тебя мы, я знаю вот этого человека. Это Леша. Здорово. Здрасте, здрасте, здрасте. Давай, 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 давай. Короче, без салюта. Смотри, руки. Че, дурак? Я же сказал. Ты че, прям лицо? Я не ждал. Я не ждал. Зато с Виталом будет более правдоподобно, что в зоны вышли. Спасибо большое всем. Я все видел. Я вас, кстати, хотел сказать, я видел вас, когда вы на суд приходили. Машина, помните, проезжала нашу телегу, да, а вы там стояли. Я в окно, а мне я к окну хотел прыгнуть, а меня охрана оттащила. Я пару раз кидался там, протереть, чтобы постучать, чтобы это. Ну там нельзя, там строго с этим. Я просто видел. Мику видел, всех видел. Ну, спасибо большое. Кто последний раз приходил на суд, вообще для меня такая. Все удивились, конечно, удивляюсь. Так что огромное спасибо. Вы там что-то учудили с выпускным, да? В двух словах. Мы перенесли, чтобы вы были 24-го. Какого? 24-го. А как перенесли, вам разрешили, да? Да. А мы никого не спрашивали. У меня такой тактический вопрос. А как я там появлюсь? В качестве классного руководителя. Есть директор школы, новый завуч. Никого не будет? Только вы, Сергей Канатович? Мы вас еще в винетку. А один точно пойдет? Винетки на класс руководителя. Один точно пойдет? Не точно. Один Канатович у вас класс руководитель. Вчера иду, думаю, меня спросят. Ну как ты там, умеешь общаться? Надо же хоть пару слов выучить. Скажу, учу, а у меня сразу учительский. Вот слово такое появится. А ты что оно означает? А, вот это означает. А откуда оно произошло? Думаю, да не пальцем. Теперь на связи. Да, да. Большое спасибо за терпение. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, родители. Класс. Ой, ой. Это же было. Ну, это наш винет. Я понял. Это школьный винет. Да. А ты чего?
все. С возвращением? Вообще, ну да. Оль, все хорошо. Нет. Угу. Спасибо, Оль, спасибо. Спасибо огромное. Все хорошо. Все уже позади. Ну как-нибудь, короче, иди мыться сейчас, на. А потом померим спокойно. На. Я тебе вот приготовлю. Стань. А зачем это? Я бриться не буду, я утром брился. Помыть. Вот гель для душа. Да, я прочитал 1984, я прочитал «Скотный двор». Серьезно? «Скотный двор» прочитал там. Или сама? Нет. А, кресло? И стол туда. А, еще стол нет. А, зимой же будет плохо. А, достигать его. Нет, ну сюда надо просто ближе. Чуть-чуть, буквально надо. Он вообще решил, что он забирает всю. Зачем тебе женская мебель? Это моя мебель была, она вон мой стол за. Папа, скажи ей то, что это мои часы. Что такое? Она сказала то, что забирает мне их. Солдатик надо мало купить. Зачем тебе солдатик? Вау, да ты что? Это тебе на когда подарил? На день рождения, я сам себе подарил. Разве не подарил? Ну, все, все деньги. Ну, слышь, ну вообще же гитара. Слушай, как она еще не звучит. А может, сыграешь? Сыграешь то, что ты играл? Да ты что? Ой-ой-ой, как у тебя твое войну. Все, я пас. Я помню, я сдаю. Там, кстати, острого ничего не было у вас. Ну, я находил чуть-чуть где-то перец, где-то там у кого-то перепадало иногда, но так, что по-настоящему нет. Это квашеная капуста с отваренной картошкой. Это вот утром дают 4 картофельные и ложка квашеной капусты тушеной. Это вот на завтрак, допустим. Или на ужин, например. Очень часто давали в последнее время на воде сваренная кукурузная каша. Просто кукуруза. Ну, крупа мелкая, дробленая. Люди по 20 килограмм там легко худеют. Стресс, во-первых, очень сильно. Во-вторых, питание. Там как положено по диете. А, когда супруга написала, там что болею, что не лечат. Меня вызвал начальник санчасти и начала ругать. И говорит, ну что у вас? Ну да, вы похудели. Ну да, 12 килограмм. Знаете что? Люди на воле Барменталю платят такие деньги, что похудеть на 12 килограмм. Вы здесь бесплатно похудели. Ну давайте так честно скажем. Это же хорошо. Вы не выглядите больным. Я говорю, я не выгляжу больным. У вас же от этого, это же, вот мы делали анализы, у вас это ничего так, ну да, понервничали, ну давайте оставим это, вот 12 килограммов похудим. Ну, вы же бесплатные, что это стоило мне и что стоило, вообще, что и скажешь. Вот письма из абсолютно разных уголков нашей планеты, именно планеты, то есть это в планетарном уровне, потому что здесь огромное количество писем, она полностью заполнена, этот пакет. И здесь письма, на самом деле, если не ошибаюсь, то здесь есть и... Это Ленинградская область. Есть ребята писали... Вот я могу вам показать. Что здесь писали и... Так, это кто? Вот это Англия. Это, по-моему, тоже это Шотландия или кто-то из них. Потом Америка огромное количество. Вот Финляндия. Австралия даже есть, Новая Зеландия. Нас возненавидела, мне кажется, наша почтальон, потому что каждую неделю, каждые 2-3 дня она приносила прям по огромной пачке. Так вот. И это все слова поддержки, слова о том, что они с нами, они верят в нас и в то, что все закончится хорошо. Я понимаю, что ты сыграл то, что он учитель, что он там много лет работал с подростками, но он меня всегда понимал. Причем во многих вещах лучше, чем кто бы это ни был. У меня были такие, ну это не проблемы, но такие истории про то, что я могла там очень много времени не гулять с друзьями вообще. Ну потому что я ходила с папой в кафе, я ходила куда-то там, я не знаю, с ним где-то была. Поэтому это все.
Я рада, в общем, что все закончилось. Очень рада. На самом деле, не знаю, я особо не заморачивалась, просто я подумала о том, что я хочу быть максимально собой на выпускном. Что я не хочу одевать какие-то такие прически, одевать длинное платье, в котором я себя буду чувствовать просто неорганично. Но это не буду я. То есть я всю жизнь была достаточно такой, как сказать, свободной от подобных девичьих штук. То есть я не была помешана на платье, наоборот, даже у меня было. Я решила, что быть собой – это самое правильное. Давай я тебя тоже обниму. Здравствуйте. Под звуки вальса мы откроем бал. Сияют от восторга наши лица. Еще мгновение ожидания продлится. На сцене выпускник ликует зал. Жалко білім беру туралы аттестат және орыс тілімен әдебиет пәнінен алғыс хат Пак Анна Юрьевнаға берілсін. Общество превратилось в суд присяжных. И суд присяжных единогласно в общественном сознании вынес свой вердикт. Юрий, скажите, пожалуйста, как-то изменилось ваше мировоззрение после случившегося? Внутри поменялось? Что такое мировоззрение? Как вы понимаете, что я мог ответить на вопрос? Какой-то устой принципов, склад, может быть, ваш внутренний характер, а какие-то взгляды на глобальные какие-то общечеловеческие ценности? Нет, наверное, ничего не изменилось, только все укрепилось и стало четче и яснее, что то, что я делал 46 лет, оно по большей степени правильно. Какие-то мелочи, может, пересмотрел, чему-то даже, может быть, такому мужскому научился. А так все осталось, каким был, я считаю, я таким остался.